Открытая трибуна. В Одессе хотят снизить предельно допустимую скорость автомобильного движения до 50 км в час. Предполагается, что такие изменения помогут сократить аварийность на 30%. Как вы считаете, нужно ли это делать? Я думаю, лучше снизить на 50% взятки в ГАИ за получение прав. Тогда это снизит аварийность на дорогах. Ограничить обязательно надо. Я думаю, что это правильно. Процентов на 30, на 40 может и сократиться, и больше аварийность. Ну, молодежь есть молодежь. Как ей запретишь? Она заплатила и поехала дальше. Ну, зато целее будут и пешеходы, и все остальные. Это нормально. Потому что то, что происходит у нас в городе с маршрутками, это тоже нонсенс просто какой-то. Когда они из-за одного-двух пассажиров готовы поубивать еще десяток по дороге, чтобы подобрать их, это глупо. Скорость по городу и так у нас не идет больше 50 км в час. Мы с мужем сколько ездим на машине, получается, что все время то там заторы, то там заторы. И разогнаться даже на 60 только на скоростных трассах получается. Поэтому, понимаете, если они введут на 50, но это будет лучше для населения, я согласна. Ну, как для меня, так я считаю, что оно не нужно. Все привыкли 60 ехали, 60 ехать будет. Аварийность была, аварийность будет. Это не от скорости зависит, а от человека. Так что 50 они сделают. Ну, так будет легче пешком добираться, чем на транспорте. Вот и все. Равносильно тому будет. Я думаю, что не стоит это делать, потому что мы будем, Одесса уже все-таки выросла, стала большой, добираться до центра некоторым будет очень долго, а от аварии это не спасет, потому что, наверное, это все-таки от личного свойства человека зависит, правильно, насколько человек правильно выезжает на дорогу, трезв он или нет и тому подобное. В принципе, отношусь нормально, но зная сейчас, что переехать с одной точки города в другой, это достигает довольно-таки долго времени. Очень долго добраться. То есть, если еще уменьшить, это, конечно, просто нам надо следовать дороги нормальные сделать. Тогда будет и движение нормальное. Открытая трибуна.